Вот так вот жизнь растительная цепляется за малейшую расщелинку, куда попадает пыль, песок, травы какие-то, и чем-то там растение питается. Здесь такая дорога над пропастью. Настоящая горная дорога. Пещера Иоанна Предтечи. Вот в такой скале. Заходим в пещеру. Здесь оборудована стена. Святой крест, распятие. И здесь очень прохладно. Вот сам источник пещеры. Ну, там темно, не видно. Это разве что фото со вспышкой. И периодически какие-то здесь богослужения проходят.